Ну что, ребят, я вернусь у вас через пару минут, 50 секунд уже идет, я вижу, поток. Но... ну ничего не поделаешь, 3 минуты так 3 минуты, ребят. Ждем Ману Блая, зовет меня Алекс. Коэффициенты, сейчас я вам покажу. Коэффициенты совсем не в пользу маны. 1.37 Блай, 2.71 мана. Я уверен, конечно же, что должен Блай затащить, потому что как же такой турнир без Блая в полуфинале против Супера, которого он уже шатал. Ну, будем ждать 3 минуточки сейчас и смотреть за маной против Блая. Не знаю, кто здесь победит. Ну, вот как мне кажется, не настолько по коэффициентам, просто здесь невероятно Блай фаворит. Мне кажется, что Блай не настолько дико фаворит против маны. Мне кажется, что вот как MC Fire Kick такие должны быть коэффициенты. 1.6 Блай, там 2 и 1 мана, например, вот так вот. Ну, никак не вот так, 1.4 и 2.7, грубо говоря. Посмотрим, посмотрим. Давайте смотреть, короче, уже битву нашу. Телевизор. Нерч. Телевизор говорит, кого же нерчу набьют лицо за его бесогонство. Просто мана требует задержку 3 минуты с Блаем, а получает вщи нерч. Нерч там уже холодным потом обливается просто. Что теперь, за всех поляков мне что ли будут щибить? Хотя 88, кто мне мешает Блаю по скайпу подсказывать, но мана-то не знает, что как раз так все и происходит. Что на самом деле у меня там открыт канал, все изображение идет в прямом эфире через Skype Blaю. Вот, а также у меня на здесь вот передатчик в зубе стоит, который просто передает через спутник информацию Blaю, чтобы он срочно прошел в полуфинал, а то как же. Польша слишком стронг. И мана. Блаю не победить так никак. Так, ребят, большая просьба отследить, сколько там Зерк задержку поставил, а то сейчас Зерк как самый хитрый минуту там поставит или две, блин. Как он любит обычно делать. Вот, но будем надеяться, что все нормально. Зерк запилит. Так, сейчас я кое-что вам покажу. Ни хрена я вам не покажу, я ничего не скачал. Прошу прощения, не подготовился, картиночки не поставил. Была и мана, там картинка есть. Так, да нет, звуков никаких не должно быть, косяков.
Ну что, поехали, ребят, мана против Блая. Последняя БУ-5 сегодняшняя у нас началось только что. 30 секунд идет игра. Moonlight Madness. Ой-ой-ой, какая карта интересная у нас. Но это, кстати, совсем недавняя прям карта, я вам скажу. Moonlight Madness ее вообще недавно играли. Ну, не знаю, мне она особо никогда не нравилась. Но Армаду здесь было достаточно прикольно играть, например. Потому что три быстрых базы можно было относительно занимать. Это был только что провал для Блая первый. Просто, ну как так может быть? Пока дрон кусал пилон, его пробка просто распилила напополам сейчас. Это ошибка была со стороны Блая. Но мана играет вообще через два гейта кибернетку, обратите внимание, как-то подстраивается прямо. Телевизор. Опасно, опасно. У тебя там какие-то поляки. Против Блая нужно 10 минут, чтобы наверняка и на лан-турнирах там было со сканером обследовать, нет ли у него, как у меня, передатчика в зубах, вдруг там чего, где не врублено, компьютер там на всякие проверять штуки, не было, нету ли у Блая флешек, что какие-нибудь, бах, там вставил сразу шпионскую программу, бомбанул, и еще на детекторе лжи, потому что вдруг он настолько жесткий программер, что он сразу там взломал просто все. Изображение ему в голову прям идет с чужого компьютера, блин. Приходят сейчас адепты. Блай спалил сейчас то, что мана здесь проксю какую-то творит просто-напросто. 4 гейта однобазовых со стороны маны. Адепты врываются за минералы. Блай, да уводишь ты рабочий. Что Блай делает-то, я чуть не понимаю. Все, ему СЗ нужно зажимать и минусовать. Здесь все, гейт нужно сгрызть обязательно. Адепты вдвоем шатать. 6 дронов Блай уже потерял. 7-го потерял, спасся сейчас одного. Пытаются адепты лингов принимать. Но Блай очень хорошо принимает адептов, а не адепты лингов. Мув будет готов буквально через несколько секунд. Вар будет готов у маны только через где-то 20-ку секунд. Нужно адептов убить и гейты сбрить нужно. Что ж ты делаешь-то, Блай? Что ж ты такой медленный? Гейт-то пробривай. Да не этот, другой. Да ё-моё, что происходит-то? Адепты все еще шатают Блай. Если Блай отбивается, у него все замечательно здесь. Он побеждает. Это абсолютно точно. Гейты отменяет сейчас Блай. Один гейт точно упадет до появления адепта. Варп у нас куда пойдет? Если варп сюда пойдет, это будет полный провод. Вот адепты варпятся, Блаю нужно грызть этих адептов прямо на варпе. На варпе хорошо, хороший демедж нанес, нагрыз очень неплохо Блай адептов. Лингов все новых и новых заказывает. Адепты минусы, Блай изи просто сейчас отбивается, я вам скажу. Здесь Нексус пошел, но он поздний очень. Здесь можно прогрызть камни одни, вторые, во-первых. А мана даже первая не пробита. Можно прогрызть, попытаться в лоб вот здесь вот все. Будет ли это Блай делать, я не знаю. Можно запилить эволюш? Конечно, с передропом. Конечно, с передропом. А что же, Блай голову не может врубить? Конечно, может. С передропом просто наказываем и все. Да и камни эти можно сгрызть. Так, забегает сейчас Блай. Ну, хорошие филды от маны пошли. Лингов забрал, приятного здесь мало. Можно с королевами минуснуть сейчас, на самом деле, попытаться. Блай, что будет делать? Муфовером он делает, королев сколько у него? 3 есть, 4 заказано. 3 королевы, сейчас энергию нужно подкопить бы хотя бы одной. 3 королевы плюс линги, просто ворваться попытаться и все. Пытается подгрызть там Блай. Сентрелу одну, кстати, оставил за филдами Сентрелу, потерял мана. Что у маны будет вообще к приходу Блая? У маны будет 5 гейтов и все. Кстати, такое ощущение, что мана прочитала игру сейчас.
Почему? Потому что ситуация-то, Блай тут мана выравнивает немножечко ситуацию сейчас, это не очень хорошо. Здесь нужно еще бы одного Орвера подморфить. То есть он выравнивает каким образом? Он гейты бустит, он как будто бы понимает, что Блай улынить собирается здесь перед дропом. То есть мана целиком и полностью против улына готовится. А есть мазеркор у маны? Нету мазеркора, причем мана выдвигает вперед. Блай, уведи оверов, не пали ты на муви-то! Ну что ж ты делаешь-то, ну Блайчик, ну ема, оверов не пали, пожалуйста. Оверы летят тут рядом, мана спалил оверов, идет вперед. Адептами возвращается назад, ну передроп на гейты здесь просто делать и все, либо на рампу куда-нибудь. Мазеркор строится, мазеркор только-только сейчас достроится. Так, передроп пошел, королева первыми, линга вторыми. Что-то не то Блай сейчас делает, прям под пилона. Ну, королеву не оттрансфьюзит Блай, здесь разгром, здесь фарш просто мана превратит Блая. И это очевидно. Вот только я про голову сказал, почему, нельзя ли голову врубить, как Блай ее почему-то сначала врубив, вырубил все-таки, на паузу поставил. Почему? Да потому что куда ты дропаешься-то, черт побери, зачем сюда-то дропаться? Вот на чистое место, где ни пилонов, где ничего нету, дропнись, да и все. Третью хату ставит, рубуч ворон скоро бы готов, но по рабам хорошо, здесь сныкалась часть юнитов, мана улынет, и у мана бомжует здесь целиком и полностью, просто роучи можно заказать. Так, здесь начинает мана грызть камни, причем грызет, ну, очень быстро их. Блай, точнее, начинает. Мана идет вперед, здесь передроп королев, кстати, на мейне напряг. Мана выходит, пытаясь Блай убить. БРМ маг. Что, в смысле, как тебе, что, почему не получается на премиум подписаться? Просто заходишь, премиум покупаешь через, где премиум выбирать, как бы, кнопочку снизу. Выбираешь премиум. Опять королева с полной энергией отдана. А, Блай вот что контролит. Забегание лингами очень неплохо, но королев не обязательно абсолютно было отдавать. Мана проходит вперед, адепты идут на мейн. Здесь роучи отдаются, королева отдается. Трансфьюз это будет Блай. Трансфьюзит Блай, адепты с хайграунда уже стоят, там выдают демедж сверху. Ну что, зашли в тыл, получается, они фактически королевам. Роучи все новое и новое заказываются, плюс 10 лингов. Здесь пробки сгрызаются, 50 энергии еще пока что у мана нет, пробок все меньше-меньше, 13 рабочих на 38 пользу Блая, 70 на 30 по лимиту, все равно ГГ. Все равно ГГ, пишет мана. В чем конкретно заключается твоя невозможность на время подписаться, я не знаю. Так. А теперь черкать начинают. Доставорс говорит. Мана.
Так, вижу картиночку чуть повыше нужно поднять. Четлонин. Тут все прекрасно понятно. Не надо кипиш в чатике разводить, все будет нормально. Вот, и отстаивать там свою какую-то позицию, не позицию. Это все в личке делается или где-то еще. В каких-нибудь специфических форумах там. А вот зеленый кот написал. Как 80 скинуть? В описании есть и карта, есть и... Ну что, вторая игра 1-0 в лайве идет. Dusk Towers карта. Сумеречные башни она называется. У Зерга секунд на 15 все раньше. Может, Зерг на 15 или на 30 секунд поставил меньше задержку. Знаешь, Зерг это такой он... товарищ. Говорит Манфред, если бы я так делал, я сам бы от себя бы устал бы тогда бы походу. Нет, выигранной игры там у маны не было, но если бы его задумка с гейтами получилась, просто мана изначально был в попе, как бы из-за того, что его задумка однобазовая не прошла. Когда однобазовая тема не проходит, зергам ну, очень тяжело вообще что-либо сделать. Гоняет пробку в лайк. Fighting, подчеркивание, фрейм поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Хорошего стрима, пами. Спасибо, Fighting Frame. Очень приятно. Гонит мана пробку. Здесь два адепта выходят, линги пришли, но нет, им, к сожалению, не попасть сюда на рампу. Один линк уже минус. И еще одного, да, наверное, всех, наверное, даже поймает в итоге мана. Пробка ушла, да лингов увиди, Блай, уводит лингов в итоге. На пробку не позарился, пробка ушла, но лингов увел. Ну, молодец.
принципе, спасешь. Еще два адепта. 4 в итоге будет. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Еще раз. Здесь Линк один сныкался. Блайский. Так, адепты телепортируются. Кстати, на рампе вообще ничего нет. Два Линка пытаются прорваться. Прорываются мимо Мазеркора. Может, рядом с пилонами-то Блайо так в наглую не бегать. Старгейт Блай спалил. Ой-ой-ой, у маны, посмотрите, какое бичевня просто. На 46-ти саплай-блок пилона уже по факту добавляет мана. Но Блай, как обычно, 4 адепта к нему идут. Вот он видит все прекрасно лингами, и дома одни королевы. Ну вот я зергов просто не понимаю, как они так делают. Ну к тебе идут адепты, 4 штуки. Как ты хочешь королевами-то отбиться? Даже если у тебя будет 8 королев, они же медленные адепты, просто разведут, будут по всем базам ходить и все шатать. Так, ладерное положение в ГМЛ, сейчас я вам покажу в ближайшем будущем. Меня просили уже, просто я забыл про то, что просили. Посмотрим, кто там что на ладере. 3 дрона в итоге зашатал Блаймана, не так уж много. Феникс удаляет, 3-й Нексус, правда, который безнаказанно абсолютно ставит. Но 15 дронов с тумана Блай заказывает, прошу прощения. И это очень хорошо. Роуч Ворон ставится на 3-й базе. Это 4-я хата пошла. Четвертая ближе к центру, вот отсюда напрягается, естественно. Странно, что не здесь Блай запиливает, хотя уже все практически там ставят. Очень странный момент, не знаю. Ну как очень странный, кто-то там стоит, кто-то здесь. На самом деле, если Зерк контролит игру, то не особо важно, где там эта хата стоит. Везде можно ее ставить. Вижу, что ресурсов у Блая такое уже не слабое количество накоплено. Парабам впереди на пятнаху сейчас стабильно идет. Здесь два Старгейта работают, у маны Мазер корчит, тут контролит, летает. Лингом сейчас Блай забежит, проверит, что происходит. Гидра Тен для Люркер Дена или для Ренджа Гидре. Вот хорошо, Люркер Ден от Блая пошел и сразу же ставится Инфестейшн и Эволюшн. То бишь, что будет делать Блай? Это старый добрый билд его через Люру. В чем он, суть его заключается? Ты живешь на лингах роучах некоторое время, добавляешь Люру, выходишь в четвертую хату, здесь два газа добавляешь, и в итоге ты просто сверхранний хайв делаешь и максимально быстро выходишь в ультру. И просто тяжело с этим бороться без имморфлов. А имморфлов не будет много к началу. Так, здесь вот ошибка от Блая, он просто-напросто повел королев, наотдавал их просто немерено какое-то количество. Гидра не успевает выйти, вот у Блая не предусмотрен как раз от фениксов в этом билде какую-то оборону, они шатают очень слабо. Здесь уже два роба, и, кстати говоря, ультра здесь, по-моему, не особо-то и катит, потому что здесь призма иммортал, уже сейчас мана по 2 иммортала строить начнет, и что здесь ультра в итоге? Хотя, если ультра будет с поддержкой лингов, с поддержкой реваджеров и Люры, тогда может быть что-то и получится. Но странно, что Блай не заказывает газ на 3-й, на 4-й базе, потому что на ультру газа просто немерено потребуется. 10 дронов еще пошло, тоже решение, конечно, верное. И вообще не делает Блай грейдов. Вот это тоже очень большая ошибка. Почему? Потому что лингам тоже грейды очень сильно важны. Так. Есть Люркер Ден, можно несколько люров сейчас запилить. Мана будет с 3 баз, что ли, пушить? Но с таким билдом нет смысла с 3 баз пушить. Кстати, это может быть даже будет не ультра, а спайр у Блая добавляется. Там, это бруда люра, может быть, будет, кстати, тоже. Но вот с таким стилем, тоже затяжным, грейды бы поактивнее бы делать Блаю, было бы неплохо. Ну,
Ну что, плеточки запилены, давар Бзелков уйдет. Тут Феникс летает, что-то пытается пошатать. Чарш у маны 2 дестабилизатора стоит. Четвертый некто добавляется не здесь, вот, кстати говоря. Он там вот сверху, вы видите. 7 люркеров Блай строит сейчас. Это хорошо. Пятую хату Блай добавляет. Здесь 4 зелка, пятую хочет мана минуснуть, естественно. Будет шатать сейчас, летать. Вот с таким стилем Блая в идеале обязательно нужно штучки по 2-3 плетки ставить на каждой базе. Почему? Для того, чтобы не шатали тебя люру, очень долго перекапывать, водить. Это маломобильный юнит. Давар пошел. Фениксы летят, сейчас королев поднимут и все, королевам ничего не сделают. Так, пытается вайпера сейчас мана попуснуть. Вайпера запустил. Королевы падают. Фениксы что-то там на мейн залетают. Под спуркой сейчас еще нашатают. Оверов наубивают. Здесь у нас Грейтер Спайр пошел. Готов ли мана Грейтер Спайру? Абсолютно нет. Только архивы темпларов заказаны. Флитбикон нужен мане, чтобы быть готовым к бруде. Иначе на тайминге брудов вот этот микс плюс бруды можно пошатать. Пойти вперед будет главе. Так, спасибо, Бзик. Ну, тут обновления не сразу идут. Лучше Влада посмотреть. Шоутайм, Хэппи, Ливу, Нерчу. Блай на 5-м месте. Так, Мана, Дрога, Ганстер. Стрэндж на 9-м месте. Кстати, молодец, Стрэндж. Ну, нужно главное 12-го остаться. Только Блай и Стрэндж пока. Мината что-то вниз ушел. Дальше не попадает. Блин, вот так. Димага рядом там на 23-м где-то. Посмотрим, сейчас... Сейчас в прямом эфире посмотрю, там как на ладере ситуация. Мана двигается вперед. 4 Нексуса с флитбиком готов. Бруду нужно пилить Бла, если он хочет вперед идти. Нужно быстрее идти вперед ему. Минус иллюзия Феникса. 3 брудлорда запилены. Но вот это пассивные бруды. Тут уже темпесты вовсю строятся. Вторая атака у маны делается. Тут забегание какое-то рущей пошло. Один роуч забежал, один роуч минус. У маны Феникса темпестов много, конечно, по земле микс у него слабый. Землю можно Блаю, кстати говоря, с вичем ультралов вообще снести изи просто. Но нужно больше грейдов. Еще 6 брудов делается. Будет ли мана Блай выдвигаться, прошу прощения, вперед? Должен выдвигаться. Че он сидит-то здесь? Ждать ему нечего абсолютно. Так, здесь еще роучи зашли и отдались. Пошел вперед, Блай. Вопрос в том, что обязательно вот к этому миксу без вайперов вообще не будет работать, скорее всего. Темпестов уже 5 штук сейчас будет. Это значит, что хорошие взрывы сейчас со стороны маны. Просто Блаю 30 лимита как обкарнало просто моментально. Телепорт был на Мазеркоре домой. Здесь 2 иммортала, 2 зелка, 2 сталкера. Тут Блай начинает гоняться за всем этим делом. Я очень сомневаюсь, что Блай сейчас сможет как-то подраться нормально. Дейдов у него особо нет, 2 когтя всего. Ну а что эти 2 когтя? Ну а брудлингу, в принципе, да, дают. Падают иммортлы, падает все в итоге. Девять брудов, да, там шторм уже, темпестов уже 5 штук есть. Да нет, как бы, я не знаю, Блай без скрипа, без ничего, разве что как-то разведет. В одно направление проатакует, другое... Другое забежит чем-то, я не знаю. Что других вариантов здесь нет. Здесь харас на мэйне пошел. Посмотрите, Блай, всем лимитом назад бежать. Ну, просто великолепно, в кавычках. Бежит всем лимитом назад. Хайв падает уже. Нужно сразу лейер. Блай понимает, что минус хайв. Лейер сразу пробревает. Призму передвинул. Что-то призма еле жива здесь. Бруды прилетают. Призму нужно пробревать. Призму Блай пробревает. Гидра падает. Запас пока большой. Пока ресурс запас большой, но скоро будет небольшой. И бруду вообще нечем прикрывать. Вот в чем печаль. То есть такие стратегии, они на тайминг рассчитаны. А не то, чтобы будешь зад вперед бегать. Должны быть.
Ну, либо грейдов делать, усиливаться как-то, свич во что-то готовить, я не знаю, в какую-то землю грамотную. В воздух тут, в мутку никуда тут какие свищи. Вон тут фениксов 9 штук живых, и им еще и рейндж можно сделать. Ну, рейндж не сделан, правда, у маны, но... Так, у лингов есть адреналин? Адреналин у лингов отсутствует. Хайф уже 1000 лет есть адреналин. Один из ключевых грейдов не заказан у Блая. Ну, вот это слабенькая игра называется. Чё-то на 170 бегает, даже юнитов не добавил Блай. Странные уже, конечно, непонятные действия сейчас со стороны Блая идут. Ревелейшены получает постоянно. Здесь хату все-таки занял. Тут дома вообще все полудохлое какое-то. Пул начинает умирать из-за того, что крипа нету. И Мортла тут была одного минус. Ну, Темписты летят вперед. Вот Вайпер минус, пожалуйста. Раз Темписта притянул, два притянул и все. А остальные-то живые, без крипа залез слишком далеко. Уже сейчас уйти бы, сейчас попытаться было. Вот он пытается уйти, но уйти, ну, очень тяжело. Мана просто разрывает Брудлорд в хлам. Еще минус Брудлорд. Смотрите, тут Темписта залпом все убивает. И королеву залпа. Все залпа. 15 караптеров Блай делает. На воздух одна атака есть. У Блай мана тоже атаку на воздух делает. Ну вот как-то я не знаю, что даже Блай сейчас делать. Хайф пошел. Пытаться восполниться как-то, не знаю. Пытаться караптеров строить. Вот, грейды на воздух. Люру не применил. Все, эти юниты практически земля уже здесь особо не нужна. Здесь вон земля самая жесткая просто. Плюс шторм он снесет. Вообще все в хлам. Опять Блай выходит без брудов. Так, вот. 6 с полной энергией пси-штормяков. Микос, Люра минус. И это все бегает в ревелейшене. И мана после этого просит поставить задержку. Какая, блин, задержка, к черту? Если ты не видишь в ревелейшн рядом проходя, что юниты бегут тебя принимать. Ну какие задержки будут виноваты вообще? 190-190 по лимиту. Мана сам вышел вперед. Можно принимать. Вот сейчас караптеры вовремя как раз вышли. Можно и нужно с караптерами принимать бой. Хотя здесь, посмотрите, здесь есть телепортик. Сейчас просто мана сбреет эти хаты и телепортнет. Здесь обороны достаточно, Блай забегание пытается сделать везде достаточно большом обороны. За счет этого-то и можно попытаться затащить. Ревелейшн кидают оракул, ни хрена не выходит. Начинается адовая беготня взад вперед. Сейчас ни мана не хочет драться, ни Блай не хочет драться. Что же будет дальше? Я даже не могу представить, кто побеждает в этой игре и победит. Еще 5 вайперов, но зеленка вайперов на темпистов вообще не особо работает. Они слишком жирные, 450 хп, они 60 демеджа там наносят смешного сейчас. Да и даже по 90 не работало-то. Плюс они сами встретятся достаточно далеко друг от друга, потому что юнит большой. Притягивать разве что темпистов. Мане нужен мазершип сейчас просто и... Ну, тем самым грейдить миксы. Также делать грейды. Мана, посмотрите, сделал 3 атаки. На землю не делает поля, не делает архоны. Вот без полей сейчас поля делает. Просто вообще замечательно будет и на воздух, и на архонов. На воздух нужно флитбикон есть. Просто, причем флитбикон есть. И даже здесь буст стоит. Жми ты, блин, Гена, жми, пусть атака делается сама. Тише, не надо кнопки жать, чтобы она быстрее делалась. Как в первом Старкрафте. Обманывали. Ты плюсик понажимайте, построиться быстрее все будет. А это-то просто в синглплеер играли, там плюсик работал. Точнее, даже не обманывали, а сами не вкуривали, о чем речь. Но это было давно уже. Так. Приходит мана. В очередной раз Блаю хату пробивает. Темпестов много. Ну. Но по воздуху-то у Блая преимущество гигантское. Еще 8 брудов делается. А нахрена 8 брудов, если основная армия у Протца это вот воздух вообще. Чем с воздухом мана Блай собирается драться? Я просто понять не могу. Идет мана вперед, бруды отменяются, штормы там по брудам просто дичка, штормов миллиард, фидбейки сейчас пошли на все-все, бруды и не доморфились даже, просто жесть. Блай даже подраться не смог, просто проиграл, пока позицию занимал. Просто убили, пока позицию занимал. Все. Отдал всю армию вообще.
И 14 кораптеров еще строится, этого явно мало. Умер богатым, ресурсы есть еще, хотя у маны тоже ресурсы есть. Но это ГГ было абсолютно точно. Пришла армада и минус 2. Улетает мана. Угла еще пытается сопротивляться. Кораторы можно темпистов принять. Ну, кстати, контратака на брудах разве что может здесь что-то помочь сделать. Темпистов, учитывая, что вот сейчас тут как раз 16 гидралов, кораторы, бруды есть. Нет, брудов нету. Ну, заморфить брудов и идти вперед, но нету минералов. И по земле зелков нечем убить, потому что кораторов много, а по земле ничего нет. Дроплюры тут от Блая, потери совсем не в пользу Блая, мана отводит пробок. Еще два люра полетел, еще раньше-то Блая не дропал. Так, здесь пролетает овер, нужно дропнуться хоть успеть. 90-45 по лимит, но у маны запас просто колоссальный, конечно, ресурс. Опять сюда прилетает, опять дропает сюда. Опять люк копается, начинается опять атака. Хорошо пробует, конечно, люк. Уничтожает, но... Ну, мана приходит и Блай здесь в лоб убивает. Пингал, не парься. Все в порядке, ГГ пишет. Мана выходит. Блайт, простите, 1-1. Дай 5. Даю тебе 5. Спасибо, что смотришь. Решаться проблемы закинешь. Так, центральный протокол, ну это блаевские карты уже пошли. Ну что, 1-1, поехали. Третья игра. Центральный протокол. Респы ближние, но не вертикальные, а горизонтальные получается у нас. По горизонтальным, кстати... А, убрали на протоколе камни вот эти, теперь просто так не прийти.
Это очень важный момент, потому что если бы здесь были камни, для агрессии вообще идеальная карта, конечно, была. Так как вот с этими камнями еще более ближний было вот отсюда идти, вот до сюда фактически. Гейт пошел, хата. Блая 17-я стандарт. Нет, даже 16-я получается, да? Ну что, второй гейт мана ставит. Два гейта адепта опять же бил. Мана сейчас, но угла газ пул, то есть у него очень ранний мув будет. И на вот этих респах можно вообще замечательно подропаться было бы. Овера зачем-то Блай показал. Как по мне, гораздо лучше было сейчас не показывать свою позицию и просто-напросто улететь назад, перелететь куда-то сюда, спалить, что происходит. Сейчас Блай видит, что два газа у маны. Нужно залететь, увидеть, что два гейта, просто лингов добавить. Здесь у нас пилончик пошел. То ли прокси Старгей, то ли что-то будет у нас. То ли Твайлайт Дарки, то ли я не знаю, что это вообще намечается. На все есть уже, ничего не ставится пока. А, сначала Адепт и Варп. Гейт, может быть, был? Да, Старгейт от маны пошел, то есть Старгейт с одной базы Адепта Оракула однобазовая получается у нас здесь. Вот Блай видит сейчас два гейта и почему-то так, нет, Адепты идут, 6 лингов бежит, ну прям на Адепта. Где хитринка-то? ЗВЗ ж умеет Блай оббегать оверов, что здесь-то не оббежать? Очевидно, через какому направлению сейчас Адепты пойдут, почему их просто-напросто не оббежать? Так, а чё баба-то молчит? Чё-то баба молчит. Авартеру 100 рублей. Снимайте квартиры без посредников на Авартеру, и пусть риэлторы будут бичами. Реклама на канале началась. Может быть, в будущем будет еще жестче. Спасибо тебе, Апартер, но что-то и бабен куда-то делать, я чуть не понял. Сам, если честно. Забегание от Бла идет, овер не заморфлен ни хрена. Лейер делается сейчас, делается эволюшн готов. Нужно морфить овер, если Блай передропаться хочет. Нексус только-только ставится. Нужно прокси проверить, что Блай начинает сейчас делать. И, кстати, найдет Старгейт в итоге. Нужно пробежать лингами. Это что-то Блай медленно бежит. Так, здесь овера пытается сбить мана. Блай нашел Старгейт. Залетает Оракул. 13 дронов минус сейчас. Кто их наубивал-то? 1-9, другой 4. Это два Оракула сейчас взяли и наубивали Блая рабочих. Просто невероятное какое-то количество. 59-53 по лимитам сейчас. Блай сбрил Старгейт, но уже печальная ситуация в экономике. Вижу Гидроден сейчас запилен. Скорка на мэйне пошла. Кстати, Блая на мэйне вообще нечем Оракула встречать сейчас. Просто нечем. Адепты выдвигаются. Спасибо, Мархон.
сюда, конечно, писать сообщения эти все. Согласен абсолютно. Адептики падают. Блай отбивается в итоге. Третья хат запилена. Мув рейндж гидре делается. Линг есть. Третью Нексус мана пока не ставит. Карта такая, что ну очень неудобно третью базу пилить. Хороший передроп со стороны Блая идет. Кстати, лингов очень много здесь в передропе в этом. Оракулы все еще харасят рабочих на мэне. Роуч Уорн готов. Сейчас будет. А куда врываться-то? Ё-моё, мана здесь стоит. Мазеркор вылетает. Мана сейчас ушел очень не вовремя. Блай забегает. Ну, реакция от маны какая-то хорошая была сейчас. Лингов много, но ё-моё, бесполезный. Просто бесполезный врыв от Блая сейчас. Абсолютно получил. Просто бесполезнейший. Две пробки. Минус. И чё? Отбегает Блай, пытается где-то забежать опять на мейн с другого направления, но здесь до варпа от маны идут. 8 гидралисков Блай делает, мана сейчас в атаку пойдет. Просто ну, 4 пробки слито, лингов штук 20, наверное, было. Ну, не все 38 потерянных за всю игру Блаем, конечно, здесь были слиты. Так, спорки еще пошли. Плеточки ставятся, королева гидра стягивает сейчас ко второй базе. Здесь овер пытается улететь. Блай видит ману, мана видит овера. Овера не принял сейчас, можно принять овера. Не знаю, почему мана так сильно спешит, даже овера не хочет принять сейчас. У Блая 6 роучей, я думаю, что Блай здесь должен отбиться. Я не знаю, каким образом мана собирается здесь убить Блая, но у Блая достаточно юнитов для того, чтобы лоб нормально подраться. Передроп, что ли, мана планирует? Ну, передроп тоже Блай контрит уже, обратите внимание. Призма на мейн врывается. Минус призма моментально. Просто провал все операции. Позорный провал сейчас вообще. Что сейчас мана сделал, я так и не понял. Нексус ставит третий. Нужно идти контратаковать, убивать. Блай двигается вперед, у маны чарж сейчас будет готов. Зелков-то нету особо, хоть чарж и готов. Ревелейшн кончился. Люркер Дэн делает. Тут сейчас Блай, посмотрите. Вот просто ты принял оппонента, почему бы не пойти, ну, точку не поставить. Какие-то люры начинаются, какие-то мудрёж начинается, четвертая хата. Хотя Блай хочет надежнее сыграть, но что именно люра здесь должна сделать, я просто не понимаю, с кем ей... Ну, хотя зелки, да, с чаржем есть. Да, гидра могла бы здесь развалиться, может быть, я даже не прав, но если бы сразу Блай вообще выбежал после того, как убил эту призму, я думаю, что мог бы с большим успехом, просто заказывая only роучи с помощью гидры королев и роучи, пробрить бы. Так, здесь ревелейшн очередной кидается маной. Блай крив вперед понемножечку тянет. При этом он как бы просто в центре... донимает ману, ходит здесь, создавая напряг ему, не показывая, что... Точнее, показывая, что он может вперед пойти, но вперед идти не собирается на самом деле. Есть дестабилизаторы уже пошли у маны, так архивы темпларов, оракула залетает. Так. Так, даже ладно. Но поменьше. Ладно.
стэмина поменьше, короче. Принимаю бой, вот опять же, пока отвлекался, здесь уже какие-то дестабилизаторы, это разделка между Гидро и Роучами, видели, кстати говоря? Прикольно он там как оказался, непонятно. Люр вообще ни хрена не прикрывает в итоге, Блай тут непонятно как дерется. Призму Королева пытается фокуснуть, филдами мана чудом спас, посмотрите, ну а два удара было в призме. Чудом спас сейчас эту призму в итоге мана, идет вперед, Блай все-таки фокуснул. Дестабилизатор стреляет в молоко, не попадает, на Люру там Блай пытается выманить, ману выманить не получается, 155 на 105, куда ты? Что за ужасный фокус был? Ну, если бы не Люр, конечно, Блай было бы здесь печально. ГГ мана пишет, полный провал. Ну что, играть теперь ему каждая может стать последней. Так, захожу в игру. Если Блай выигрывает сейчас, то все. Руины Сероса. Карта, гигантская карта сейчас, кстати говоря, будет просто-напросто. Да после убийства призмы, конечно, надо было идти вперед. Почему? Потому что, когда ты улынишь, так проваливаешься и выходишь в третий Нексус, у тебя просто дикое проседание по боевому лимиту, как некоторое время происходит. Четвертая игра. Руины Сероса. Карта большая. Ну, либо Блай ставит точку, либо Блай не ставит точку, соответственно, в этой игре. И 2-2, и пятая решающая будет. Ну, как раз 4 часа. 4 бо 5, в 4 часа и укладываемся примерно. Чуть больше может быть. Так, да счет-то надо выставить. 2-1 в пользу Блая. Газ. Уга. По респам Блаю очень повезло, он угадает сейчас, где мана живет. Что будет делать мана? Если мана сейчас как-то будет халявить, Блай может пулом ранним вообще подгрызть его очень хорошо. Я считаю, Блай правильно выбрал стратегию для последней карты. Но мана очень редко халявит просто вот именно с подстройкой. Мана чаще играет стандартно, как-то стабильно. А нет, посмотрите-ка, халявный Нексус. Просто, блин, аплодисменты Блаю. Угадывает он в итоге с этими всеми делами. И мана идет, самое главное, не туда, в разведку. А Блай сейчас заметит, и он овер это приныкал. Мана проверяет овер и не заметил. Как же повезло. Повезло-то как. Блай сныкался, посмотрите, он понимает, что оппонент может проверить. Мана вообще не понимает в итоге, что происходит. А где муфта? Ну, ё-моё, Блай. А, ну, королева первая, чтобы было сгрызали, типа, сильнее. 6 лингов, мув. Борща съесть под мой... Вообще хорошо. Чесночку, главное, порежь. Вот. А под мой стрим еще лучше.
Так, ну что, линги побежали, если Блай сейчас не выиграет, это даже как-то странно будет. Мана вообще не понимает, что происходит, самая халявная билд у него, а у Блая линги уже вперед бегут, и это очень-очень печально. Часто отвлекаюсь. Все, сейчас стрим кончится. Блай 3-1 затащит. И не буду больше отвлекаться. Забегают линги со стороны Блайчика. Зелок сейчас будет готов. Пытается пилон прогрызть. Нет, пилон не прогрызть. Мани минус пробку делает одну. Так, Зил выходит сейчас. Нужно на мейне здесь тянуть время. Линги все новое и новое дотекает. Мазеркор сейчас будет заказан. Зилка нужно окружить бы сейчас Блайчику. Так, мана, кстати, сейчас демедженного линга зарезал сразу же. Мне надо Нексуса убить сейчас. Зря Блай вот на рампу так лезет. Я не понимаю, зачем он это... Вот, зачем ты выбегал с мейна-то, чтоб теперь Зилка... Ну, ё-моё. Вот зачем ты выбегал лингами с чертового мейна до готовности мува за 15-10 секунд, чтобы потом пытаться продавить вот так вот, нелепо как-то. Так, линги пытаются ворваться от Блая. Адепта грыз, он грыз, да не прогрыз. Нужно было грызть до той степени, пока мана бы не выставил уверчаж в пилон, тогда бы второй раз можно было бы халявнее ворваться. Линги все дотекают и дотекают. Блай ставит вторую хату, решение верное, хату ставить. Нужно лингов дождаться больше, чтобы если адепты спустятся, то сразу все принимать. Блай, линги все строится и строится. Это правильное решение. Третий адепт у маны, сейчас пилончик, пробка, еще одна минус. Адепт спускается. Нужно окружить бы этих адептов Блая сейчас, попытаться. Так, часть лингов пытается окружить. Окружает Блай, ну, как-то криво окружает. Три адепта уже у... Ё-моё, как Блай проваливается. Просто ужасно. Просто ужасно сейчас он действует. Ну, сейчас на мейн будет врыв, правда, со стороны Блая. Три адепта здесь на рампе стоят. Одного сразу же окружает. Лингами врывайся. Нет, решил здесь побольше оставить. Мана проваливает оборону. На мейн дает пройти. Уверчаш на пилон. Блай сейчас моментально пилон уничтожит. Второй на рампе стоит. Гейт не отключается. Зато кибернеточка отключена. Вот и аж нашибался мана в итоге сам. Блай что-то непонятное делает. За одной пробкой да убить-то адепт. Вот он ходит халявный просто адептище. Есть Нексус полудохлый, нужно на мейн, конечно, пробегать сейчас, и париться здесь абсолютно нечего ждать. Так, уверчаш выставлен. Так, пытается Блай в адепт зайти, пробки. Да Нексус грызит, да что ж ты делаешь? Как Блай много лингов теряет сейчас на ровном месте? Просто на ровном месте потери гигантские Блай себе делает. Нексус все-таки сгрыз, адепты уходят на мейн. 13-20 пробок, все равно больше намного, намного больше. Так, здесь паровозик на мейн начался. Понимает ли мана, что происходит сейчас? Думаю, да, прекрасно понимает. Линги вырываются, адепт раз, минус два еще. Тут как-то мана стоял, посмотрите. Один овер стоял, мана думал, что из этого будет Блай дропаться. Блай на ровном месте ману обманул просто. Вот он, второй овер был. ГГ, 3-1. Изи, аплодисменты Блаю. Билд попал. Блай в полуфинале будет биться с Супером. Супера он уже шатал. Вот на этом турнире. А я делаю стоп-старт сейчас без задержки на пару минут к вам вернусь.